Ну и поскольку вы возглавляете, Владимир Васильевич, Росгвардию, то я хотел бы, чтобы этот образ именно был в рядах Росгвардии Российской Федерации. Ваше святейшество, благодарю вас за этот дар. Хочу пожелать вам многие лета во славу трудов ваших. И хочу довести до вас и до всех присутствующих здесь прихожан о том, что войска Национальной гвардии совместно с вооруженными силами Российской Федерации выполняют все поставленные задачи в ходе этой военной контроперации. И хочу сказать, что да, не все идет так быстро, как хотелось бы, но это только лишь потому, что нацисты прячутся за спинами мирных граждан, за спинами стариков, женщин, детей, устраивают огневые позиции в детских садах, школах, в жилых домах. Но мы идем к намеченной цели шаг за шагом, и победа будет за нами. А эта икона будет защищать русское воинство и ускорять нашу победу. Еще раз благодарю вас за это.